Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами телеканал Шопен Шоу. Рубрика Электроника. Непревзойденный Максим Пастушенко. И очаровательная Ольга Гридунова. И сегодня мы с Максимом спешим представить вам великолепный планшетный компьютер от компании Мистери. Цена только сегодня 3490 рублей. Потрясающая цена. Это уникальная цена, потому что по этой цене мы предлагаем вам действительно Несмотря на то, что планшетный, несмотря на то, что компактный, но полноценный компьютер, который с легкостью поместится у вас в кармане, в сумочке, и вы всегда можете его брать с собой. Все, что угодно. Друзья, посмотрите, какой он действительно компактный, легкий. 7 дюймов – это оптим оптимальный размер, потому что 10-дюймовые стандартные планшеты порой бывают, ну, чересчур, перебор, не всегда они умещаются в сумку, например, а… Для телефона это слишком мало. То есть знаешь, там невозможно просматривать, например, фотографии или видео. Вот Здесь Максим же 7 не... дюймов оптимальный размер. Не зря я взяла с собой свою сумочку, чтобы показать вам, дорогие телезрители, настолько компактный компьютер, который вы всегда можете носить с собой. Посмотрите, с легкостью помещается в сумочку, еще даже есть место для 10 вот таких вот планшетных компьютеров. 7 дюймов размер этого планшетного компьютера. Вот давайте в сравнении я достану свой телефон, где-то здесь он у меня лежит, и я вам покажу, что действительно... Максим, подержи, пожалуйста, mm -hmm. компьютер. Вот я бы хотела вам показать для сравнения, посмотрите, мой телефон, да, вот. И планшетный компьютер. Ну, четыре телефона, наверное, да? Вот в совокупности... Да, при этом это действительно полноценный компьютер с мощным процессором, с двухъядерным, с оперативной памятью 512 мегабайт, мегабайт, и поддержкой карт памяти до 32 гигабайт. Поэтому вы сможете хранить на нем любую нужную вам информацию, в фотографии, видео, книжки. А, но для начала предлагаю посмотреть на то, как он выглядит. А, я уже сказал, что он очень компактный, легкий, ты, Оля, убедилась в этом. Да, то, легкий, а, тоненький. Да, точно. и выполнен из очень приятного на ощупь и на вид пластик. Вы можете видеть, он такой шероховатый, матовый. И на торцевой панели находятся все необходимые органы управления, клавиши, клавиша включения, гнездо для наушников, гнездо для зарядного устройства и для подключения к обычному компьютеру и э, клавиши регулировки громкости, собственно говоря, рядом с которой находится гнездо для э, карты памяти, про которую я уже сказал. Карта памяти, сколько гигабайт? До 32 гигабайт. До 32, это 32 очень много. гигабайт. Я это просто находка для моих детей, я обязательно приобрету себе такой планшетный компьютер. Вот иногда едешь на тренировку с детьми, а они, у меня два хулигана, ты знаешь, два мальчика, вечно начинают ругаться, спорить, отвлекают меня. Вот это просто находка. Я могу им дать этот планшетный компьютер, и они с легкостью могут здесь играть, и в игры. Давай, кстати, разберемся, что здесь вообще входит в да состав. Здесь не только можно играть в игры, здесь можно делать все, что угодно. Можно, например, путешествовать по интернету. Я тебе сейчас продемонстрирую, как это легко все происходит. Вот я открыл обозреватель. Вот, смотри, мы уже видим наш сайт, нашего телемагазина, и мы с легкостью можем посещать любые страницы, и делается это все очень быстро. Как видишь, практически моментально. Это говорит о том, что наш компьютер действительно очень мощный и эффективный. Посмотри, как приятно э, реагирует сенсор на касание. Все происходит очень быстро, открываются все меню, все, что необходимо. Мы можем переключать рабочие столы, все происходит очень быстро. Вот так вот, дорогие телезрители, вы можете не расставаться с нашим любимым телеканалом Shop-and-Show, даже выходя из дома. Дорогие телезрители, вы можете даже делать фотографии при помощи этого планшетного компьютера. Вот она, камера находится здесь, в углу. Ну что ж, давай воспользуемся этой камерой. Давай воспользуемся сейчас буквально одним... Касаем, я сейчас включу камеру. И сделаем селфи. И делаем, да, модные нынче селфи. Так, и теперь мы можем. Сейчас я найду фотографию, которую мы сделали. Дорогие телезрители, я настолько впечатле... в шоке от того, что такой компьютер маленький, компактный, который можно вот носить фотография. всегда и везде с собой. По такой невероятной стоимости. 3490 рублей. Такая цена будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Поэтому звоните прямо сейчас. А, ну, смотри, как я уже сказал, можно а, путешествовать по интернету, а, можно а, просматривать видео точно так же, как и фотографии, как я говорил. А, плюс к этому можно, ну, вот я могу включить наше видео, допустим, вот смотри. Так. Все происходит быстро, не, не тормозит, ты видишь, достаточно высокое разрешение видео, но при этом все работает очень быстро. А, плюс к этому мы можем здесь пользоваться и навигацией, картами, то есть никаких проблем с этим нет. Вот мы можем сейчас открыть карты, посмотреть, как это все работает. Сейчас они загрузятся. То есть этот планшетный компьютер вы можете еще использовать в качестве навигатора. Не нужно тратить дополнительных средств на приобретение навигатора. Просто приобретайте по уникальной цене планшетный компьютер от компании Mystery. Это и навигатор, и видеокамера, и фотоаппарат. Что еще можно добавить? А, ну, например, электронные книжки, пожалуйста, вот смотри, я могу открыть здесь а, книги, использовать это в качестве книги, посмотри, вот можем читать э, любимые книжки здесь точно так же и не хранить большую библиотеку. Я сразу подумала о том, что мы иногда не можем себе позволить взять с собой большую книжку, да, весомую, нашу любимую книгу. Ну, Посмотрите, все, что мы хотим с собой взять, у нас нет возможности. Да, э, вы можете даже не брать с собой сумочку. Максим, я бы хотела показать, что этот планшетный компьютер с легкостью помещается даже у вас в кармане. Посмотрите. Максим, продемонстрируй, пожалуйста. Ну, это действительно карманный компьютер, потому что, смотри, с легкостью он помещается у меня в кармане брюк. Вот такой вот компактный компьютер по такой уникальной цене 3490 рублей нигде в другом месте вы не найдете таких уникальных цен для для полноценного компьютера, правда ведь? Да, полноценный Это компьютер. Это и навигатор, у вас и в фотоаппарат, и видеокамера, и планшетный компьютер. Я просто в шоке. Цена потрясает меня 3490 рублей. Друзья, компактный, легкий, тонкий, удобный, быстрый, многофункциональный Планшетный компьютер с экраном 7 дюймов с двухъядерным процессором, с оперативной памятью 512 мегабайт и возможностью поддержки карт до 32 гигабайт всего лишь по цене только сегодня 3490 рублей. Потрясающая цена. Я обязательно возьму этот планшетный компьютер, потому что когда я хожу со своими детьми на тренировку, мне всегда нечем заняться. Я могу воспользоваться этим великолепным компьютером. Звоните и вы прямо сейчас и приобретайте.